Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция 4, упражнение 65. Read the text and find out if you are right. Прочитайте текст и выясните, были ли вы правы. Имеется в виду, правильно ли вы ответили на вопрос из упражнения 64. Сейчас мы и проверим. At the end of the 19th century, a Frenchman called Baron Pierre de Coubertin decided to try to revive the Olympic Games. At the time, Europe was divided by wars. Coubertin saw that the Olympic Games could help to bring peace. He thought highly of sport. He described the Olympic spirit in the following words. The important thing is not winning, but taking part. These words are still remembered today. Переведем. В конце 19 века французский барон по имени Пьер де Кубертин решил восстановить Олимпийские игры. В это время в Европу разрывали войны. Кубертин подумал, что Олимпийские игры помогут вернуть мир. Он придерживался возвышенных мыслей о спорте. Он описывал дух Олимпийских игр так. Главное не победа, а участие. Эти слова до сих пор помнят. Кубертин believed very strongly that sportsmen must not compete for money, but for glory and for the honor of their country. Кубертин был уверен, что спортсмен должен соревноваться не за деньги, а за славу и честь своей страны. At first, nobody was interested in these ideas, but Кубертин didn't give up and worked hard. In 1894, he formed the International Olympic Committee, and on the 5th of April in 1896, the Olympic Games began again after nearly 15 centuries. Поначалу его идеи никого не заинтересовали, но Кубертин не сдался и много работал. В 1894 году он основал Международный Олимпийский комитет. И 5 апреля 1896 года Олимпийские игры вновь начались после почти 15-летнего перерыва. In 1913, Кубертин found an emblem of five-linked rings. They became a symbol of the Olympic Games. These five rings represent five parts of the world: Europe, America, Australia, Africa and Asia. Переведем. В 1913 году Кубертин нашел эмблему пяти Соединенных Колец. Данная эмблема стала символом Олимпийских игр. Эти пять колец представляют пять частей света – Европу, Америку, Австралию, Африку и Азию. И последний абзац читаем и переводим. Since then, the Olympic Games have become the most important sport event in the world. They are held once every 4 years. The greatest wish for all the sportsmen is to win a medal or simply to take part in the Olympic Games. С того момента Олимпийские игры стали самым важным спортивным событием в мире. Они проводятся раз в 4 года. Самое большое желание всех спортсменов – это получить медаль или просто принять участие в Олимпийских играх. Окей, мы с вами поработали с текстом, прочитали и перевели его. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.